Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня я подобрал для вас действительно грандиозный и масштабный проект. Данный проект у нас называется Adenalo Network. Adenalo Network стремится возглавить блокчейн-революцию в секторе недвижимости. Вообще, сектор недвижимости – это действительно что-то такое большое, необъятное. Так вот, они внедряют в эту сферу блокчейн, чтобы любые инвесторы могли инвестировать в недвижимость с помощью блокчейна и с помощью именно их токена, токена проекта Adenalo Network. Ну что же, давайте разберем проект более подробно. Здесь есть несколько нюансов, о которых я и хотел вам рассказать. Для этого давайте перейдем на их сайт. Ну что же, вот мы и на сайте adenalo.io, ссылочку я обязательно оставлю в описании, чтобы вы могли ознакомиться с проектом более подробно. Также оставлю ссылку на их соцсети и телеграм-канал. В телеграм-канал обязательно заходите, там вы сможете позадавать свои вопросы. К сожалению, на русский у нас перевода нету, но мы сможем с вами воспользоваться переводчиком, чтобы разобраться с проектом более подробно. Сейчас у них идет препродажа, но, к сожалению, на сайте купить не получится, так как они продавали отдельным лицам, да, данные токены. У них их почти все скупили. Но можно сейчас приобрести. Как это сделать, вам лучше уточнить в их телеграме. Ну а мы давайте с вами разберемся о проекте. У них будет несколько платформ, то есть это не только платформа для инвестирования именно в недвижимость. Здесь будет кое-что еще. Во-первых, Adenalo Network стремится возглавить цифровую революцию блокчейна на новый рынок, основанный на блокчейне, да, и для того, чтобы влиться в структуру недвижимости, влить сюда блокчейн. Как я и сказал, здесь будет несколько платформ. Первая – это платформа именно по покупке недвижимости, то есть вы сможете именно за их токены, токен ODN, вы сможете приобретать недвижимость за криптовалюту. Я думаю, что многим это понравится. Также для держателей именно токена ODNL будет доступна скидка на первой партии именно недвижимости в размере 5-15%, да, на активы на их рынке. Также, что они еще сделают? Они хотят запустить свой DEX, да, то есть Adenalo Network будет делать свой DEX. Они хотят стать именно революционным децентрализованным обменом, направленным на стимулирование массового внедрения на развивающихся рынках. То есть их торговая платформа, да, их биржа, которая стремится широко донести криптовалюты и другие блокчейн-активы до людей с помощью простого в использовании децентрализованного приложения. То есть это будет такая, тут можно будет воспользоваться P2P-торговлей, различными переводами денежными, да, обеспечение кредитования совершенно без какого-то доверия и низкая стоимость сборов, да, то есть они хотят добиться именно этого. Биржа будет готова уже в ближайшем будущем, об этом мы также посмотрим в дорожной карте, когда она точно будет готова. Имеется, конечно же, white paper, который я советую вам все же изучить для начала. Так вот, у нас дорожная карта. Сейчас у нас идет как раз таки квартал 2020 года. И уже совсем скоро, там через несколько дней, они залистятся на Uniswap. Да? То есть там можно будет приобрести их токены, можно будет торговать. У них, кстати, имеется отдельный чат именно для трейдинга, где вы также можете, ну, обсудить какие-то такие трейдинговые штуки, да, как торговать, допустим, или там когда листинг, за всем этим следить, куда пойдет цена, вверх или вниз, так что тоже присоединяйтесь. Также в четвертом квартале у них начинается полноценный маркетинг компании, разработка Adenalo Mainnet и тестирование пользователей и запуск Adenalo Marketplace. Да, то есть это уже все в четвертом квартале, то есть осталось 2 месяца. Ну а в начале 2021 года у них будет партнерство с финансовыми институтами на целевых рынках и уже будет последнее тестирование, да, так сказать, финальное тестирование именно Adenalo Mainnet и Adenalo DEX. Да, то есть это в начале 2021 года у них уже должно быть все готово, и это круто. Давайте теперь немного поговорим о токене. Токена у нас не так много, да, токенов ODN, их всего 8 миллионов, достаточно
маленькое, такая, ну, маленькое число, да. Распределены они будут таким образом. 1,5 миллиона у нас идет на награды, это 18,75%. На ликвидность они выделили 1 миллион токенов. Маркетинг и различные промо-акции — это 800 тысяч токенов. Команде уходит также 800 тысяч, ну и советникам уходит у нас, получается, 400 тысяч токенов. Что же касается цены, то цена здесь, соответственно, менялась, то есть на предпродаже она была 4000 за один, 4053, если быть точнее, токена за один эфириум. Далее вы уже получали 3695, ну а сейчас вы получаете за один эфириум 3359 токенов. Когда же начнется публичная продажа, то эта сумма будет еще меньше, да, это всего 2925. То есть, конечно же, ну, выгоднее приобрести именно сейчас по такой цене, да, раз раньше вы не узнали, еще больше было. Ну, а в дальнейшем на 400 токенов будет меньше, поэтому, конечно, лучше купить сейчас. Что касается команды, здесь очень опытная команда, и она достаточно большая. К сожалению, фотографии не видно, но имеется небольшая информация о биографии. Если нажать на именно, ну, вот этот черный экранчик, да, вылазит, чем они занимаются и, ну, вообще их характеристика. Также имеется два советника, также Риордан и Уза Удемба. Это, у них информация и биографию можете посмотреть на линке где-то, да, то есть я думаю, что, ну, их, может быть, кто-то даже и знает. Далее у нас идут часто задаваемые вопросы, это тоже можете посмотреть, если интересно. Ну и, конечно же, они ведут блог свой, где выкладывают различные новости о проекте. И что самое интересное, в партнерах у них Ferrum Network. Я думаю, что про Ferrum Network вы знаете, тем более я делал на них обзор. Мне кажется, все о них слышали, они залистились на Binance, у них сейчас все отлично, они пилят свой продукт и делают это успешно. И как раз таки он партнер 1L Network. Я думаю, что это о многом говорит. Ну что же, давайте подведем итоги. Проект 1L Network достаточно, по моему мнению, перспективный. Они действительно выбрали, ну, такое направление, как недвижимость. В этой сфере просто, ну, огромные деньги, все мы это знаем. И если у них получится внедрить сюда блокчейн, я думаю, что это будет просто бомба. И вы понимаете, что их токен, он просто взлетит на небеса, если они, конечно, все это внедрят. Так как сейчас цена очень маленькая. Далее, для того, чтобы покупать недвижимость, нужен будет их токен, да, то есть он будет завязан во всей этой экосистеме. Соответственно, цена будет на него всегда расти и всегда будет спрос на их токен. Поэтому советую вам присмотреться к данному проекту. Еще раз говорю, в описании к видео вы найдете все ссылочки, связанные с проектом 1L Network. Также переходим в их Telegram, задаем вопросы, если такие еще остались. Ну а я желаю вам большого профита и всем пока!